there's the state line. Welcome to the Deep South, rookie. We've got wetlands, the blues, and the American story, not to mention some of the best hunting you'll find anywhere on this earth. But the floods this year have been worse than ever, and our community is at its breaking point. Camp Haven, the summer camp we worked so hard to open last year, is under threat. If there's one thing I've learned living here, it's that Mississippi Acres folk are resilient. We don't need a savior, just a little extra help. And that's where you come in. Looks like the end of the road. I'm so sorry, but I've actually got to run. I've got a pile of papers I need to grade. I'll call you as soon as I've got a signal. Promise. Finally, I had to add actual cell service to the list of things I miss about Chicago. Sorry that I'm so short on Southern hospitality right now, but we've got a bit of a situation. Steve Ernie from our flood relief committee was out delivering supplies to elders who couldn't evacuate on time. The levee overtopped and his trunk got totally submerged. Everything scattered. He got away safe, but we don't have the funds to let anything go to waste. Can you go take a look? The water should have mostly receded by now. I'll mark the location on your hunter mate. Thank you. Приветствую вас, друзья, в игре The Hunter Call of the Wild. С вами снова известный охотник Роман. Ну что же, я поздравляю вас с началом нового восьмого охотничьего сезона. Я знаю, что многие мои подписчики ждали продолжения моих приключений и охоты в игре The Hunter Call of the Wild. Последний сезон, седьмой, был весной 2021 года. С тех пор я не охотился. В описании к этому видео и к последующим я дам информацию по тем сезонам, которые были, где они и когда проходили. Так вот, восьмой охотничий сезон будет проходить в Акрах, Миссисипи. Это такой заказник. Я сейчас нахожусь на юге, болото Дельты. Конечно же, я буду охотиться на всех видов зверей, которые обитают здесь, в этих местах. Пройду, конечно же, сюжетную цепочку квестов. Проходить ее начну уже прямо сейчас. У меня задание «Хоть пекло, хоть потоп» – найти место, где Стив потерял припасы. Вот такое задание. Здесь заправляет, я так понимаю, Имани Дэвис. Добро пожаловать в Акры, Миссисипи. Прости, что забрасываю тебя в дальнюю часть глубокого юга, но один из наших волонтеров потерял припасы, предназначенные для пострадавших от наводнений. Смогу ли я помочь? Конечно, смогу. Мне нужно найти место, где Стив потерял припасы. Ну что же, будем начинать. Будем проходить. Так, песик. Это мой дружок. Пошлите, уже есть местоположение. Найти место, где Стив потерял припасы. Акры, Миссисипи. Это серая лисица. Это Северная Америка. Предыдущий седьмой сезон тоже проходил на континенте Северная Америка. Серебряные пики, по-моему, назывался заказник. Ну, кто не смотрел, все это есть в плейлисте по игре. Ну и я решил восьмой сезон провести в заказнике Акры, Миссисипи. Будем проходить здесь. Будем охотиться. Так, это у нас что, смотровая позиция, да. Ну вот, я сейчас на смотровую вышку поднимусь.
Надо мне здесь отыскать опорный пункт, конечно же. Я там смогу вызвать квадроцикл. То пешком бегать, знаете ли. Смотровые вышки я смотрю здесь стандартные, ну примерно такие же, как и во всех заказниках. Висит вот он здесь, видите, бак. Сточные воды где? Так, осмотрим. Так, что у нас здесь? Опорный пункт, домик на Великой Равнине. Ну, я так сужу по карте, что местность-то такая довольно, знаете, болотистая. Вот она, река петляет, и большая часть тут, конечно, территории затоплена. А вот это, наверное, луга или поля, посмотрим. Так, мне нужно вот к этому озеру подойти и найти место, где Стив потерял припасы, а потом обязательно к опорному пункту в домик переместиться. Так, сколько сейчас время-то? восемнадцать тридцать восемь. Прибыл уже вечером я в Акре, Миссисипи, поэтому в домик-то в любом случае надо будет до темноты добраться, я думаю. В темноте тут ходить. Так, дружок, пошли. Так, вот озерцо. You're almost there. You starting to get goosebumps, or is it just me? The Delta is a weird place. Ух ты, американский аллигатор. Got stuck somewhere over there by those cypress knees. Bingo. Those are the supplies. Где ты припасы видишь? Сейчас я еще не дошел, там крокодил, ребятки. А где он? Ну там аллигатор, американский аллигатор. Это мы тут еще и на крокодила будем охотиться. Ну, знаете, на кого я только не охотился в этой игре. Но вот на рептилии еще ни разу. Так, припасы, вот они. Какой-то чемоданчик. Чемоданчик застрял на дереве. Ну, я пока не вижу никакого чемоданчика. Со мной поговорить хочет. Well, Miss Davis has got you out on a fine excursion this time of night. Betty Tackett here, chairwoman of the Mississippi Delta Big Game Club. I hate to ask, sugar, but can you grab the briefcase? Забрать чемоданчик. Чемоданчик. А вон он на дереве. А как я его заберу-то? Отыщите чемоданчик. Так вон он на дереве, только... Блин, там, ребятки, крокодил. А чё, а как? А как чемоданчик забрать? Может, надо пальнуть в него? Отыщите чемоданчик. Да, блин, этот крокодил меня, знаете, немножко смущает. Пристрелить его, что ли? Я его еще и не вижу из-за густой травы. Так, что с чемоданчиком делать?
Слушайте, его сбить может надо, а? Я не знаю. Да, ребят, его надо было сбить. Loud and clear. I'm gonna extend you an invite if you keep that up. I'm down for the count since I broke my neck, but Steve will get you an application. Hell, he owes you. Let's take that later, why don't we? We gotta let you go, Mrs. Taggett. All the best now. Don't be a stranger, y'all. Betty's lovely, but she's as southern as all get out, as they say in these parts, with everything that entails. Any markings on that briefcase? Not that I don't believe it's Steve's, it's just... Ничего на нем не написано. I don't see anything suspicious. Давайте доставим припасы. Блин, мне бы уже к домику. Темно ведь. Может, до домика сперва дойти, а? Есть опорный пункт. Maybe get your breath back too. Да, во, мне как раз туда и надо, им заночевать. А, вон вы меня в какой опорный пункт отправляете. Так он совсем другой. В другой стороне. Нет, давайте я вот сейчас сперва вот сюда схожу. Это поближе. Да переночую. 900 метров. А тут ближе. Пошли, дружок. Заночуем вот в этом домике. А в тот домик уже поедем утром, причем поедем уже на квадроцикле, чем мне пешком-то туда топать. Не отставай. А это что такое? Белохвостый олень. Заказники Лейтон охотился на таких. Мне надо еще разобраться с оружием. Я за полтора года, что не играл, уже все подзабыл. Калибры, классы животных. В общем, все это надо вспоминать. Прошерстить свой этот склад, что у меня из оружия. Ну вот у меня тут дробовик сейчас с собой есть, с которого я стрелял. Потом вот винтовка, по-моему, с патроном на калибр 7,62, с оптикой. Да. Короче, это все надо проверить. Так, смотрите, следы. Восточная дикая индейка. Our turkeys are the eastern subspecies. You can tell them apart from the Merriam and Rio Grande by the tips of their tail feathers. The eastern ones are dark brown. Тут у них зона потребности, восточная индейка. Да, зона потребности, она здесь кушает с 8 утра до 11:30. Дикая индейка. Ну, будем, конечно же, тоже охотиться и на индейку. А это что, следы? Заяц, по-моему, нет? Флоридский кролик. Cottontails are adorable, if you can spot them. Luckily for you, they're super territorial. So once you found a good spot, you'll be eating rabbit stew for days. Ну, у меня дружок уровень, по-моему, взял, да? 15 уровень уже стал. Так, а вот и опорный пункт. Ну вот сейчас мы здесь и заночуем. Так, вот зона потребности я уже нашел. Индейка. Восточная дикая индейка. Слышите, как кричит? Я надеюсь, вам слышно. Ну вот, домик-то. Ничего себе, смотрите, какой домик-то. Двухэтажный. Слушайте, я таких опорных пунктов что-то еще не встречал в The Hunter. Ну, конечно же, американский флаг висит. Ого, так это целый особняк, ничего себе охотничий домик. Ну, я вообще отвык. Ну, вы же помните, какие дома-то? Ну, просто бревенчатая избушка и все. А тут смотрите, что.
Да тут целый коттедж. На два этажа, камин. Так, давайте-ка заночуем здесь. О, тут уже и трофеи висят. Олень. Кабан. А вот и кровать. И тут олень висит. Так, давайте заночуем. До утра. Ну, до 6. До 6 утра. Или даже давайте до 7. Так, ну вот, можно отправляться теперь в дорогу. Оставьте чемоданчик и припасы. Так. Дружок. Снежок. Ты где? Что там делаешь? Все в порядке? Так, давайте мне квадроцикл. Мы поедем на нем. С утра туман. Так, поехали. Что за мне на мне за комбинезон такой? Это у меня с серебряных вершин такой комбинезон. Ну-ка, как посмотреть-то? Как посмотреть-то? Так, инвентарь. Снаряжение. Нет, это не то. Подождите, надо вспомнить. Дома для трофеев, не то, справка, охотник, карточка профиля. А где-то меняется костюм, я не помню, где только. Охотничий профиль, не то. Ладно, потом разберемся, где-то это все, ребятки. Можно менять костюм, не помню где. Ладно, поехали. Что-то я не помню, но у меня... Другой был костюм. Ну ладно, такой так такой. Поехали. Дружок за мной поспевает, интересно. Ну, видимо, поспевает. Видимо, поспевает за мной дружок. Как правильно едем? На, это дороги. Во-во-во-во-во-во, кто это? Кролик. Смотрите, кролик бежит или кто? Енот. Лиса, кто это? Енот, по-моему. Собака побежала за ним. Это енот. Опа, вон куропатка села. Блин, здорово. Ну, видели?
Еще енот побежал. Так, ну вот тут уже домик-то попроще. Еще один опорный пункт. Так, мне нужно здесь чемоданчик оставить. You can just leave the stuff on the table there. I'll let Steve know. Thanks. Ну, тут какой бардак. Ставить на столе, а вот здесь. О. Oh, Betty again? Can you pull her up on speakerphone? Hey, sugar, can I trouble you for a favor? The boys are having a meeting tonight to discuss our flood relief efforts, and it gets real chilly in the evenings this time of year. Usually they get a fire going, but right now there ain't a single log of dry firewood anywhere in the state. And you know we've got elderly members. I believe you'll find a space heater in that outpost where you left the supplies. Could you be a dear and drop it off at our lodge? Обогреватель доставить к домику? Да почему нет? Вон он стоит. I'd hate to think of someone catching hypothermia. Обогреватель. By the way, the Big Game Club has been working together with the African American Hunting Club I'm a member of on flood relief efforts. We've got some history. Not gonna lie, they weren't super enthusiastic about some transplant from Chicago buying up land and opening a summer camp here. Even Betty, and even though I've been coming here since I was little. I get these kids. But we both got our priorities straight. The future of the community is what matters. Speaking of, we haven't had enough hands on deck to tend to everyone's needs up until now. So there are a couple of errands around the reserve that still need doing. I'll let you know if you're near somewhere you can help out. Hmm. Let's head over to the Big Game Club's lodge. Отправляйся в домик клуба крупной дичи. Обогреватель им доставить, да, надо? Южное гостеприимство. Добраться до домика клуба крупной дичи. Ну да, им обогреватель надо привезти. Смотрите здесь постер с какими словами. Они говорят, перевожу, они говорят, нет ничего невозможного, но я ничего не делаю каждый день. То есть я каждый день бездействую. Заняться нечем человеку. Так, а где это? Далеко ехать? 2 километра, ёлпало. А охотиться-то когда будем? Домик крупной дичи. Где это? Ё-хо-хо, нифига, вон это где, ребятки. Так, ну ладно. Здесь через реку я вряд ли проеду. Это мне вот так вот ехать. По пути я заеду вот на эту смотровую позицию, башня Тысячелистника. Потом заеду вот на эту смотровую позицию, башня Низ. И потом уже поеду вот сюда. Ну, пока охота задерживается. Пока мы, видите, выполняем задание. Охотиться будем попозже. Вот интересно, эта река глубокая, нет? Я ее... Могу на квадрике пересечь? Наверное, нет. Топор. Смотрите, здесь разлило, как река разлилась. Смотрите, все затоплено. Что такое здесь было? О,
Американский аллигатор. That's kind of lit, right? As my students say. You checking gators, rookie? Want some advice? Они тут кормятся. I don't want no silent treatment. You've read Camp Haven's handbook, right? Rule number one: our differences are our strengths. There's no shame in trying something new. Нет, я тут не пройду. You show me what you can do. It's win-win. Я здесь не пройду. First, find where they gather. Following the waterway is a good bet. Just make sure you're packing appropriately. Their skulls are thicker than a Mississippi senator's. Check the Codex field guide if you need help. Изучи справочник. Ну, на аллигатора, конечно, тоже будем охотиться, но я так думаю, ну, начнем мы с такой, с мелкой дичи, потому что аллигатор — это, наверное, уже последний класс, самая крупная дичь. Я не знаю, тут самый крупный хищник, наверное, в акрах Миссисипи — это аллигатор. У меня хотя, конечно, уже есть справочник, я уже себе тут распечатал, кто здесь водится и на кого мы будем охотиться, могу уже, кстати, сказать об этом. Значит, на виргинскую куропатку, на дикую индейку, на флоридского кролика, енота-полускуна вы уже видели, серая лисица есть, дальше звери покрупнее, дикая свинья, белохвостый олень, ну и, как я сказал, американский аллигатор, шестой класс, я вот смотрю здесь, и еще черный медведь, седьмой класс, ну, крупные звери, в общем. Крупные звери. Так, ладно, я пока еду. Как я сказал, сейчас я вот это посещу место, опорный пункт, потом вот этот опорный пункт, ну и потом вот уже сюда мы подоедем. Пока сейчас, чтобы видео не затягивать, я пока запись приостановлю. Так, сперва мне надо ехать вот сюда. Ну и когда уже буду подъезжать к месту, я включусь. Продолжаю открывать опорные пункты, катаюсь. И, кстати сказать, здесь опорные пункты почти все выглядят по-разному. То есть где-то это коттедж, где-то это, ну, маленькая хижина, изба. А вот смотрите, здесь вот какой-то такой длинный дом. То есть сделали они, конечно, разнообразие, не одинаковые домики. Вот я сколько уже побывал, то есть где-то это особняк, ну вот видите, я тут все езжу, катаюсь, почти уже, кстати, доехал до места. Так вот, везде эти дома выглядят по-разному. Тайник вот здесь в доме стоит, в некоторых опорных пунктах тайники стоят, на улице часы вот неисправные. В общем, все это везде, ребятки, выглядит по-разному. Так, ну что, песик, поехали дальше. Я еду, а ты бежишь. Тут осталось-то чуть-чуть. Вот, сюда нам надо доехать. Сколько там? 350 метров. Вон здесь барбекю. А здесь помойка. Видите, как американцы неаккуратно живут? Все разбросано, нет, чтобы там поставить мусорный бак, все аккуратно сложить, нет, помойку тут развели. Смотрите, куда я приехал. Или что такое? Дарнис. Какие-то вагончики стоят. Ну, что это такое? А здесь ничего нету. А
А наверх тоже можно залезть. Какие-то цистерны. Сейчас почитаем, что это такое я нашел. Так, мне вот клуб вот 100 метров. Ну, тут я, смотрите, какие-то баки стоят. Что это такое? Хотя историю охоты штата Миссисипи почти наверняка можно назвать такой же древней, как и само это место, поскольку свидетельства охотничьей практики относятся ко времени как минимум 12 тысяч лет назад. Официальные охотничьи клубы появились в штате только в начале 20 века. Они были созданы поселенцами, участвовавшимися в гигантском проекте по расчистке, оставшейся тогда еще в основном лесистой дельтой, чтобы освободить место для пашен. Они охотились на черного медведя, индейку и мелкую дичь вроде белок или лис. Олени не были широко распространены в штате до массовых мероприятий по репопуляции в последние 40 лет. Охотничьи клубы были местом, где люди всех рас и социальных слоев могли сойтись благодаря общему увлечению. Бывшие рабы, такие как Холт Кольер, часто охотились вместе с белыми докторами, юристами и известными бизнесменами. Женщин в клубы традиционно не принимали. Сегодня подавляющее большинство жителей штата Миссисипи охотятся на частных землях. Женщины составляют около 12% охотничьего населения штата. И многие из них участвуют в охоте только для женщин. Здания клубов варьируются от простых трейлеров до высококлассных домиков. Вот такая достопримечательность. Но это явно не относится вот к этим вот цистернам. То есть сейчас мы дойдем до клуба. Ну вот это что-то такое, не знаю, что это за... Что здесь хранится в этих емкостях, смотрите. Тут крышка, тут как-то что-то наливают же в них. Это же для жидкости, может воду там хранят? Питьевая фильтрованная вода, может там, я не знаю. Ладно, спускаемся, не разобьюсь я, блин, и разобьюсь. Ой, разбился. Поранился немного. Ну, я не знаю, что это такое, ребятки. Если кто-то в курсе, зачем это стоит. Ну, понятно, вагончики, да. А вот что за цистерны? Что там внутри? Может, топливо? Так, 100 метров остается. До клуба. Я приехал. Попробуем дверь. Сейчас зайдем. Вот это тоже открывается. Нет, тут заперто. I thought it was just good old-fashioned southern hospitality to leave your place unlocked in these parts. But who knows what kinds of valuables they've gotten there. Кодовая дверь. Some of the keys are faded. Кодовый замок, что ли? Not the most robust security system. 0, 1, 4, 5, and 6. 5 factorial combinations. That's 120, and that's without repeating digits. And my students say math is pointless. Betty must know the code, right? Let's call her. Позвони Бетти. Hey, Mrs. Tackett, sorry to bother you again. My counselor's out dropping off the heater, but the door is locked. Would you happen to have the key code to hand? Unfortunately, I do not, Miss Davis. I've been out of commission so long with my neck, you understand. Do you know who does have the code then? Mr. Ernie, maybe? I think it's best you just leave the heater outside on the porch there. The boys will be along for the meeting shortly. Okay, if that works for you. All the best, Mrs. Tackett. Bye-bye now. Best do as she says, I guess. I just wonder why they're so reluctant to give us the code. Да мне тоже интересно, почему они не хотят сообщать код. Я вообще не вижу смысла здесь ставить кодовые замки. Ну, как бы, двери хлипенькие. Тут проникнуть в дом, ну, чё, деревянные окна, стекла. Тут вообще, вон, смотрите, какие стекла. Ну, вот это стекло разбить, и все, я внутри дома. И ставить кодовый замок, да, что-то какая-то глупость.
Так, мне надо оставить обогреватель. Take a peek inside the window there. Заглянешь в окошко, так я уже заглянул. That's three of the same damn heater. What? Там уже три обогревателя стоят. Let me try Betty again. Что-то какая-то странность. Зачем столько обогревателей? No answer. Бегги не отвечает. Well, maybe southerners are just super sensitive to the cold. My mama just huddled up with a blanket, but I guess she was made of sterner stuff than some of these rich folks. А зачем им обогреватели? I don't want to think the worst. Электричества-то ведь Let's нету. Give them the benefit of the doubt, and I'll mention it to Betty later. Хотя нет, вот свет горит. Южное гостеприимство. 1000 очков дали. А нет, это 1000 денег okay. мне дали. All the really urgent things are out of the way, but I've got to be honest with you, rookie. There's another reason you're here. Let me show you what I'm trying to protect. Head over to the Camp Haven Bunks, and I'll explain on the way. Ехать теперь к спальням. Слушайте, ну я, конечно, подозреваю, что электроэнергия здесь от генератора. Кстати, я не вижу здесь этого генератора, ну, который на топливе работает. А вот в тех цистернах вполне возможно залито дистопливо. Ну, обычно генератор ставят на улице, но генератора я не вижу. Ну, согласитесь, это глупо, да? Обогревать в лесу дома электричеством. Вот камин я вижу. Обычно делают отопление, ну, печь ставят, дровами топят. Это же лес, это же заказник. Тут вон сколько деревьев. Отапливать помещение деревом гораздо выгоднее, чем возить сюда топливо и через генератор это все. Смотрите, там какая люстра висит. Офигеть. Шикарно, роскошно живут. Так, куда мне дальше двигать? Вот сюда вот. Добраться до спален лагеря пристанища. А, так-то тут недалеко. Поехали, съездим. 1,5 километра. Я там, кстати, уже проезжал. Вот здесь вот я был. А, я вот тут смотровую вышку смотрел. Так, здесь опорный пункт, где я только что был. Вот здесь вот еще один опорный пункт. Кстати, можно портануться. Отсюда поближе ехать. Вот, видите, здесь опорный пункт, вот такой вот, бревна лежат. Ну, вот это, я думаю, отапливается явно дровами. Хотя вон спутниковая тарелка висит, значит, электричество тоже есть. Да, и свет горит. Давайте посмотрим на внутреннее убранство. Электричество есть, да, тут вон все, видите, техника стоит. Отопления не вижу. Правда, чем они отапливают? Неужели электрообогревателями? Печи нет. Ну и, конечно же, кругом мусор. Видите, как неаккуратно живут. Спрайт. Спрайт, да? Или что написано? Спирт. Спирт. Спирит. Ну, на самом деле, это спрайт. И старый кассетный приемник. Так. А, вот генератор, вот нашел я генератор. Это же генератор. Наверное, генератор. Хотя куда заливается дистопливо? Тут сверху крышка, что ли? Не знаю, что это такое. Так, давайте-ка поедем тут рядышком. Задание у нас... Что-то странное грядет. Добраться до спален лагеря пристанища. Вот такое задание. Костюмчики, кстати, я нашел, где менять. Ну, я не стал ничего менять. О, песик. Тут.
А чё у тебя доверие? Дай лапу, дружок. Доверие надо повышать. Во, два сердечка. Так, вот персонаж. И вот здесь можно менять. У меня персонаж Рэми Уоррен какой-то, не знаю, кто такой. И одежда, комплект Рэми Уоррена. Ну, тут у меня разные другие костюмы есть, какие я покупал. Костюм Северного Охотника. Ну, тут много всяких костюмов. Это вот я Саванна Вурфонга проходил в таком костюме. Ну, рюкзаки, рюкзак я не одеваю, потому что рюкзаки шум делают. Как бы обхожусь 20 килограммами. Хотя можно и рюкзак прикупить, но он шум издает, поэтому я обхожусь так. Так, ну что, едем вот сюда вот. Ну давайте осмотримся. Лагерь пристанище, ну тут это, не знаю, туристические домики что ли, для охотников. Сломанные качели. That and a few deck chairs blown off course are the worst damage we suffered. There should be some extra rope inside. Can you get it swinging again? Я вообще-то... А, вот это качели, что ли? Веревка. Так, починить качели. Охотиться-то мы будем? Все какие-то задания такие, знаете, пока без охоты. Ну, конечно, будем. Ну, сундуки какие, ничего себе. I think I had some lying around here somewhere. Так, качели починить. А вот в эти домики, кстати, я могу зайти? Right, can you take a look around? I know some of the kids who reported the weird noises stayed in these bunks. Дети тут живут. Since our last session, the flooding sure hasn't helped. Что это такое, карта? What's that? Записка юного ученика. Witches, scorched grass, a woman living in the woods. We really do have to limit their sugar intake. But there are patches of scorched grass here. Не могу уснуть. Какая-то бабуля у лагеря дала мне конфету. Она сказала, что тут живут ведьмы. Она сказала, что своими шагами они поджигают траву, а еще они громко кричат, как будто горят. Варайан рассказывал страшные истории. Та и начала плакать. Она сказала, что слышала звуки. А остальные? Они повсюду. Мне страшно. I'm scared. Я напуган. Смотрите область. Вокруг спален. Ну вон следы какие-то. Это что, или какашки это? Что это такое? Well, I wasn't wrong about them being on too much sugar. Конфеты или что это такое? Lead? Куда они ведут? Хрен его знает. Мы пошли по следу. Конфеты или что это такое? Дружок, ты что там роешь? Нету ничего. Пошли по следу. Выжженная трава. It's early summer and the ground is soaked. You remember our fire safety classes, right? Literally the first damn thing. Или какие-то фантики? No building или карты? Anything flammable, grass included. If this was one of our counselors' idea of a prank, I'm gonna have to give them a talking to.
Не знаю, что это такое. Конфеты, фантики. Куда мне дальше-то топать? Так, отметка вот где-то здесь. Так, подождите, что от меня хотят? Отгоните енотов? Мусор. А, они на мусор, что ли, идут? А как я должен отогнать енотов? А как отогнать енотов? Так, значок у меня вот на этот дом почему-то горит. Давайте зайдем внутрь. Что-то там, я не знаю, включить надо или что? Смотрите, вот на этот дом, а захожу в дом и гаснет значок. Что-то может тут тыкнуть надо. Как отогнать енотов? Выстрелить может просто из ружья. Хрен его знает. Давайте пальнем. Я не знаю, что от меня хотят. Отогнать енотов. Ну что, я отогнал енотов? Не понимаю, правда, что хотят от меня. Значок горит здесь. На этом доме. По дому пальнуть надо или что надо сделать? Оставь припасы. Так, вот, вот это вот. Осмотрите записку. Так осмотрел же. Что за ерунда? Смотрите записку. Давайте еще раз. Так, стоп, а записки нету? Вот здесь лежала записка. Хе-хе, а вот и первый баг. А записка где? Офигеть. А правда, а где записка? Слушайте, это баг. Это баг. Я не знаю. Ну, может, наверное, в игру перезайти надо, ребятки. Записка пропала, вот которую я смотрел здесь. Может, другая какая-то тут лежит, видишь, кто знает. Не знаю, ребят. Может, в другой дом зайти? Хотя значок вот на этот дом показывает. Ерунда какая-то. Наверное, перезайду в игру. Нет, ну значок показывает вот на этот дом. Проблема только, что там никакой записки нет. Давайте в этот дом зайдем. Может, просто значок это неправильно показывает. Ну, я подозреваю, что это та записка была, да, которую я прочитал. Здесь вот веревка была. Там была записка, которую я прочитал. И теперь она пропала. Ладно, ребятки, я на этом закончу это видео. Сейчас поразбираюсь. Перезайду в игру, надеюсь, это поможет. И дальше уже продолжу. Потому что уже и так видео долгое, чтобы совсем уж длинным его не делать. На этом я закончу. Ну и не пропускайте дальнейшие мои приключения. Смотрите, взаимодействие. Что это такое, я могу? А, смотрите, можно переплыть. О, видите, отсюда и туда. Надо запомнить это место, что здесь есть переправа. Очень удобно, потому что вот эти вот реки широкие, их пересекать вот только вот такие вот, где брод есть. Вот здесь вот я пересек брод. Потом вот здесь брод, а мостов нет, поэтому, ну, очень удобно, надо запомнить вот это место, что здесь вот лодка стоит, видите, раз, и я вот сюда переплыл, очень удобно. Ну все, на этом видео заканчиваю. В общем, я теперь в
заказники Акры, Миссисипи. Буду продолжать выполнять задания здесь, ну и потом, конечно же, будем здесь охотиться. Так что не пропустите, и до следующей серии увидимся. Всем пока!